Ну вот, Бастер жив-здоров. Вышли погулять. Значит, в ходе тестирования и проверки выяснилась еще одна особенность. Вот, это собака, которая теряет быстро интерес к прогулкам на одной территории. Вот, ему нужно постоянно какие-то новые места. На, иди сюда. Вот, новые места какие-то ему нужны. То есть вот в этом сложность. Он очень привыкает к одному месту, ему становится неинтересно. Вот, и он постоянно ищет приключений себе на задницу. Вот, то есть, а также мы сейчас работаем над тем, что мы в ходе занятий по корректировке я убираю тявканье через решетку. Вот, то есть реакцию на животных агрессивную. То есть это сейчас вот мы будем заниматься, он сейчас все свои дела сделает. Вот, мы сейчас будем заниматься. Также убираем автомобили по мере возможности. Но как-то у нас это идет все очень медленно. Автомобили, видимо, у него уже врожденное вот такое вот приобретение. Видимо, это в детстве было единственным его занятием. Может быть, в детстве он был на самовыгуле, предоставлен сам себе. Вот поэтому вот такая вот сейчас у него идет патология, так скажем. Ладно, мы будем заниматься. Все дела, он уже свое дело. Бастер, иди ко мне. Ко мне быстро. Нет, видимо, еще не все свои дела сделал. Бастер, ко мне.